Всем привет! С вами Юля и мой факультет рукоделия. Спешу вам сообщить, что с 26 октября стартует второй поток марафона по вязанию свитера паутинки. Если вы устали от толстых свитеров, если вам не нравится, как они топорщатся под верхней одеждой, но хочется тепла и уюта, тогда свитер паутинка – это для вас просто находка. А может быть, вы никогда не вязали большие изделия и вам кажется, что на это уйдет очень много времени? Я докажу вам обратное. Марафон «Паутинка» создан специально для того, чтобы перевернуть ваше представление о вязании теплых вещей. Я гарантирую вам, что эту модель свитера свяжет даже начинающая вязальщица, потому что я постаралась подробно объяснить все моменты вязания и показать их в видеоуроках. Тем более, что первый поток марафона уже прошел на ура, и девочки за время марафона успели связать по 2 и даже по 3 паутинки. Вяжется это изделие очень просто и быстро. Во-первых, потому что мы будем вязать большим размером спиц, и изделие будет расти у вас прямо на глазах. А во-вторых, вяжется все лицевой гладью, а это намного быстрее, чем вязать какой-либо узор. Я вас уверяю, материалы марафона вы не захотите складывать на полку компьютера. Сначала у вас появится желание обвязать всех родных, затем подруг, а может, вы начнете принимать заказы и сможете заработать. Почему я так уверена? Да потому что вам не придется ничего считать. Я вам дам файл, над которым я достаточно долго работала, и это моя гордость, и этот файл посчитает все за вас. Вам остается всего лишь снять свои мерки, внести в этот файл, и он вам сосчитает все петельки и все ряды на любой размер. И это еще не все плюсы. Если вы вдруг переживаете, что свитер паутинка слишком прозрачный и вам будет неловко его носить, я вас обрадую. Файл настолько универсальный, что по нему вы сможете связать себе любое изделие из любой пряжи и любым размером спиц. Это может быть как теплый зимний свитер, например, из кашемира, так и легкая летняя футболка из хлопка или шелка. Данная модель вяжется безотрывно, единой нитью, без швов, и это, сами понимаете, облегчает и ускоряет процесс вязания. Вам не придется заниматься нудным сшиванием деталей. Так что отбрасывайте все свои сомнения и переходите по ссылке под этим видео. Я жду вас на марафоне. Условия участия очень просты. Мы вяжем все вместе в закрытом чате WhatsApp, так что уютная компания и поддержка автора вам гарантированы. Вяжем мы на основе моего мастер-класса по вязанию свитера паутинки «Уютное облако», и все материалы остаются у вас навсегда. После оплаты вам на почту в письме придет ссылка на вот этот закрытый чат, в который вам нужно будет вступить. Вязать мы будем поэтапно, переходя от задания к заданию, и я лично буду проверять каждый этап работы и отвечать на ваши вопросы, если они у вас будут возникать. Стоимость участия совершенно смешная, за эти деньги вы получите намного больше, так что переходите по ссылке, становитесь участником, встречаемся на марафоне!